Иди нахуй! Типа порталы невозможно поверхности. Скилл, который просто буквально делает портал. И ты можешь просто требовать за него деньги. Повысит цену рун, будешь брать больше, чем стоит руна в любом случае. Повысится цена портала. Цена портала повысится. Образом, в смысле, брать они не уберут. Это означает, что они должны будут изменить игру ради этого. Это просто не будет. Потому что научились. Они не изменят это. То есть, как бы, вся суть в том, чтобы, ну, сделать ванилу такой, какой она была. Соответственно, менять цены на руны, это уже, ну, это буквально внедрение в баланс. Они этого делать не будут. Кто захочет платить сам по руну 3 года мелочь, вот есть уже, я не очень понял. Платить за порталы, люди будут хотеть платить за порталы, я вам гарантирую. Люди, ну как бы учитывая то, что ванили для того, чтобы добраться, например, там из Айронфорджа в Тель-Брасил, тебе нужно гидорить. Тебе нужно будет, это скажем так конкретно, тебе нужно будет, значит, полететь сначала в самый Венесил Хазар, оттуда на одном корабле доехать до Баршора и потом еще на другом корабле в Тель-Брасил, или там долететь. Вот, ну или еще лучше, если из этого самого шторма. Из шторма еще лучше, потому что тогда к этому добавляется, что тебе еще нужно на метро доехать. То есть, окей, пешком ты не очень сильно пидоришь, но реально человек будет парнуть. Он просто оставит тебе одну голду и просто телепортируется туда моментально. И ему просто будет это, ну, быстрее. Люди платят за эту херню. Или не забываем еще, что порталы в Тарамор есть. До Тарамора ты уже просто пидоришь, потому что туда корабли не ходят. Для этого типа... Трэш. Ну, типа как. Весело, конечно, немного было. А было также и немного больно. You know?